Но не всегда мы заводим птиц для общения или охоты. Вот Александр Конкин просто очень любит перепелиные яйца. Сначала мне крайне захотелось в пятницу, чтобы у меня были перепелки. В понедельник у меня на кухне сидело 20 перепелок. Какое-то время продолжалось это на кухне, их число дошло до 60. Стало понятно, что это уже не очень правильное решение именно для кухни. Был построен отдельный домик для них. Ну а дальше пошло, пошло и пошло. Их стало 100, 200, 500 и так далее. Теперь это не только свежие яйца каждый день, но и бизнес. Народ активно покупает домашнюю продукцию. Сейчас у Александра фермы на севере и юге Московской области. В планах идти в регионы. Говорит, содержать этих птичек одно удовольствие. Корм дешевый, времени на них требуется не более 15 минут в день. Покормить, напоить, да и клетку почистить. И шума от них нет. Можно и в городе обустроить мини-хозяйство. Вот одно из разработанных нами простых решений – это вот клеточка на 10 перепелов. Прекрасное решение, я считаю, для содержания в квартире. Как видите, по размеру это не больше, чем клетка для хомяка, но при этом это 10 перепелок, которые каждый день будут приносить вам 8-10 яиц. Эх, насмотрелся я на все это и тоже решил себе пернатых друзей прикупить, чтобы песни пели и с работы встречали.